Депутат Джанар Акаев привел в пример генпрокурора Румынии. Он предложил Откурбеку Джамшитову следовать ее примеру, так как та не живет в особняке и у нее нет джипа. Она посадила своих родных, 47 мэров, руководителей 21 государственной компании, вернула в бюджет от коррупционеров 668 миллионов долларов. Депутат добавил, что наш народ не совсем доверяет прокуратуре. Доверие нужно вернуть. Сотрудники прокуратуры занимались бандитизмом. У вас есть все рычаги, чтобы вернуть Кыргызстан в правовое поле. Откурбек Асылбекович, в стране очень много сложных дел. Что надо сделать, чтобы вернуть их в правовое поле? Что вы думаете по поводу заработной платы сотрудников генпрокуратуры? Я думаю, что надо повышать зарплату, тогда и работа будет лучше. Вы оказались чище других. Молодец тот, кто рекомендовал вас на должность. Средняя заработная плата у наших сотрудников около 15 тысяч сомов. Если вы нас поддержите, то мы придем из Джугурку-Кенеша с предложением повысить заработные платы. Алмамбет Шыкмаматов коснулся вопроса по делу Каната Исаева. Он попросил Джамшитова провести следствие повторно, ведь, по его словам, там есть немало интересных фактов. Когда задерживали нашего коллегу Каната Исаева, то в комиссию вошли многие силовики. Подняли дело, которому уже 12 лет, и дали ему срок. Можете взять под контроль и перерасследовать, там будет много интересного. Я все записал, возьму под контроль этот вопрос и отвечу вам уже письменно. Нардеп от фракции «Кыргызстан» Руслан Чойбеков заострил внимание на ранее возбужденных уголовных делах в отношении депутатов. Он попросил пересмотреть все факты и дать этому оценку. В отношении многих депутатов возбуждены уголовные дела. Следователи и гособвинители, они выполняли поручения бывшего генпрокурора. Я прошу пересмотреть все дела, поменять следователей и дать оценку. По всем делам в рамках закона мы будем контролировать. В итоге за назначение Откурбека Джамшитова проголосовали 109 народных избранников. Против никто не высказался. В конце заседания Джамшитов выступил с заявлением, пообещал довести все уголовные дела, возбужденные ранее, до конца и пересмотреть все высказанное депутатами. Руслан Харизов, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.